Вячеслав Шпорт провел личный прием жителя Хабаровска, пострадавшего от наводнения. Губернатор края Вячеслав Шпорт провел личный прием граждан, пострадавших от наводнения. Глава региона еженедельно встречается с жителями края по вопросам, связанным с ликвидацией чрезвычайной ситуации. На прием пришел житель Хабаровска. Он обратился в отдел социальной поддержки населения по Южному округу по вопросу предоставления индивидуального жилого дома взамен утраченного. Заключение комиссии о признании его жилья непригодным собственник получил 3 июня 2014 года, поскольку хабаровчанин и члены его семьи на дату объявления чрезвычайной ситуации не были зарегистрированы в пострадавшем от наводнения доме, собственнику было рекомендовано обратиться в суд. В ходе разговора Вячеслав Шпорт дал поручение министрам строительства и социальной защиты взять вопрос под личный контроль и в случае принятия судом положительного решения предоставить пострадавшему единовременную денежную выплату на приобретение жилья.